самое яркое, самое жаркое, самое теплое и роскошное предложение только сегодняшнего дня. В честь дня рождения каждая наша телезрительница может сегодня приобрести шубу Сандра не за 12 тысяч рублей, а, внимание, за 7 999 рублей с бесплатной доставкой. Невероятное ощущение натуральной норковой шубки, вот такой мягкой, роскошной и красивой. Вы не будете ее беречь, вы будете ее носить каждый день и испытывает наслаждение. Представляет эту коллекцию наш любимый мэтр-эксперт рубрики «Мода, обувь» и просто невероятный яркий любимый Микола Комендров. Микол, как тебе наша шубка? Идеальная шубка для идеальной современной леди. 7999 рублей. И давайте разбираться, что же за эту сумму вы сегодня получаете. В первую очередь вы получаете экологический мех, который полностью реалистично имитирует фарового формата дорогостоящей норки, которая, кстати, входит в топ-10 самых популярных пушнин в мире. Данный продукт выполнен в классической форме А-образного силуэта, прострижен филировочными ножницами в эффект поперечки, что опять же делает ее актуальной, практичной и классической, ведь поперечка уже стала определенной классикой. Укороченная длина обеспечивает вам маневренность, комфорт и удобство при вождении собственного автомобиля или движении в общественном транспорте. Функциональные врезные карманы не увеличивают объемы, потому что не имеют особого канта. А вот главным преимуществом дизайна кроя является именно молния, которая непривычна для таких шубок. А это значит, что вы ее применяете как альтернатива пуховика. Вы выглядите роскошнее, чем в обычном плюшевом пуховике, но при этом согреваетесь в среднем по такой же температуре. До минус 15 градусов в зависимости от региона. То есть я бы даже сразу расшифровал. Где-то в центральной части и в южной это действительно до минус 15, а вот уже более за Уралом и в Сибири это максимум будет до минус 10. Слушай, это мечта. Вообще сегодня мечты, которые становятся реальностью, дорогие любимые. Сегодня 33% только в честь дня рождения. Самая роскошная коллекция. Мой выбор сегодня нежнейший цвет. Слоновая кость, молочный, бежевый называется в заказе. Вы знаете, это мечта. Но мечта не за 300 тысяч рублей, а за 7999 еще и с бесплатной доставкой. Очень красивая. Микол, какие еще цвета у нас есть наличие? Вы можете выбрать для себя вот такой красивый, нежный, кофейный оттенок. Спокойный. Идеально подходит под обувь. Например, вчера была самая популярная оттенок коричневого, да, полуботинок. Вы можете прямо сегодня забирать коричневую шубку. Молочный оттенок. Бежевый в заказе с вчерашним главным предложением дня в оливковом цвете будет смотреться идеально. Либо можно сделать образ снегиря с красным цветом, мы вчера его называли рябинушка. Это мой фаворит на сегодняшний день. Мне очень нравится такая серо-голубая, цвет очень пепла, да, такого или талой воды Арктики. У нас с вами это называется серый цвет, светло-серый. Смотрите, как он играет. То есть действительно идет имитация под натуральный продукт. Это цвет графитовый. По факту это оттенок классический антрацит. То есть это серый цвет, имеющий такой синевато-голубой подтон. Или его еще можно назвать оттенок индиго. А вот этот цвет завершает классический вариант черный. Но по факту здесь идет полнейшая имитация реалистичности норки. Черный цвет идет с таким, знаете, соболино-коричневым подтоном. То есть напоминает бурый цвет. Поэтому, когда вы будете ходить в черном оттенке, он будет отливать коньячно-коричневым цветом, и все будут думать, что это стопроцентная натуральная норка. Но самое главное, что сегодня роскошь, красоту, удовольствие покупки вы получаете за 7999 рублей с бесплатной доставкой. И есть абсолютно все размеры. Итак, дорогие наши модницы, от 48 до 62 размера. Микола, как мы выбираем? И скажи, пожалуйста, на любой ли рост подойдет такая шуба? Вот я имею в виду именно, знаешь, как универсальность носки. Давайте с вами разбираться. Здесь идет А-образный силуэт. То есть мы понимаем, что здесь дополнительный припуск идет именно к низу. То есть здесь нижний тип фигуры в первую очередь уже чувствует себя безопасность. Поэтому для того, чтобы она села по груди, будем делать замеры. 54 размер. Сразу с вами замеряем отлетный воротник 11 сантиметров. То есть при желании вы можете его закрепить, например, брошью собственной коллекции. У вас сразу будет закрыта шея. Это тоже будет защита дополнительная. Плечо. Плечо у нас с вами сделано 14-15 сантиметров. То есть уже идет припуск для того, чтобы вы надели, например, жакет с
подплечником, и он будет хорошо сидеть. Также проверим с вами полуобхват рукава. Здесь 27, то есть увеличено от ГОСТа. Практически 54, а по ГОСТу должно быть в среднем 40. То есть, опять же, с учетом того, что вы можете даже пододеть стеганую тонкую курточку, да, с небольшим синтепоном, чтобы еще дополнительно увеличить температурный режим данного предложения. По груди в 54 размере полуобхват 65 сантиметров. Сейчас 130 сантиметров. Давайте проверять, потому что недавно... Напомню, был немножко негативный комментарий. Я тоже замерял 52 размер куртки, и дама не поняла, почему размер не такой, как должно быть. Когда вы меряете свою грудь и когда меряется полуобхват одежды, это две разные вещи. Вот смотрите, 100 сантиметров по груди. Вы отодвигаете, когда вам сказал эксперт, что здесь, например, 130. Вы отводите... до 130 и можете проверить. Вот такая свобода вас ожидает, если вы в 50 размере. То есть 50 размер в среднем был бы с припуском на 13 сантиметров, 54 уже на 15. То есть 15 сантиметров в диаметре вы получаете по всему, по всей окружности груди дополнительную свободу. Поэтому 54 размер соответствует 54-му, но сидит свободно. Если хотите более прилегающий силуэт, значит 54 берет 52. Слушай, абсолютно идеально. То есть мы сейчас говорим о безопасной дистанционной покупке по телевизору. Знаете, моя подруга еще много лет назад специально ездила на ВДНХ, когда там была выставка на фабрике, там мир кожи, меха, красивых изделий. Она говорит: Лен, конечно, безупречные шубы, но тогда я себе даже не позволила полушубок, потому что там цены были 200-300 тысяч рублей. И действительно, знаете, как вот из русских народных сказок, когда они на санях, в мехах, когда все это такое красивое, и ты думаешь, боже мой, вот будет у меня шуба, все, значит, я буду самой счастливой. Вот сегодня у вас есть шуба, шуба-мечта, шуба-полушубок, который еще удобнее, который, в котором комфортно, который красивый. Посмотрите, юбка, брюки, костюмы, платье. Микола сегодня представляет самое лучшее. Мне нравится, что и цвета вы можете выбирать сейчас, свои самые-самые любимые. И знаешь, что самое главное? Я понимаю, что такую шубу я буду носить, я не буду ее беречь и носить только по праздникам. Знаешь, когда вот шуба висит, родители еще вот мамочка, там, да, давай, она говорила там, я помню, нет-нет, это только на выход. Вот наша шуба самая лучшая, поэтому выбирайте, конечно, самое главное, шуба, поперечка, с ощущением натуральной норки. У меня бежевый цвет, безупречно красивый, к сожалению, времени нет, и заказывайте как можно быстрее. Сегодня с бесплатной доставкой, а если вы оплачиваете банковской картой, минус 799 рублей еще. Скажи буквально пару слов. Качество меха тебя устраивает у нашей коллекции? Да, мне устраивает качество, внешний вид его. И, конечно же, хочется сказать, что данную цену делите сразу на 6. То есть 2 месяца осени, последние 3 месяца зимы и первые 2 месяца весны. Почему? Потому что данное предложение не как натуральная шуба, носится раньше и заканчивается ее носка позже. Поэтому ваш выход в месяц за 6 месяцев будет стоить 1333 рубля. Это невероятные цены. Сегодня в честь дня рождения лучшая цена на лучшую шубку Сандра от бренда Фредерика.